материала. Казакова, это скорая телевизионная помощь. 601005, абонент «Союз». Звоните, и вам помогут. Симферополь, улица Лермонтова, 22. По этому адресу наша съемочная группа выезжает уже третий раз. Там обратились жители этого дома в связи с необычным эффектом падающих деревьев. Тогда активистам партии «Союз» совместно с ЖЭО Киевского района удалось убрать мертвые деревья. Сегодня мы здесь с благородной целью, чтобы дать жизнь новому саду. Дом на Лермонтова, 22, уже практически под шефной партии «Союз». Месяц назад его жители обратились по телефону нашей горячей линии с криком о помощи. В их дворе начали падать старые сухие деревья. На требования скорой помощи ЖАУ Киевского района отреагировало мгновенно. Мертвое растение убрали на следующий же день. Жильцы попросили, говорят, а не могли бы вы нам и помочь с озеленением? Молоденькие березки, кусты роз и декоративной зелени. И унылый дворик преображается просто на глазах. К слову, сажают деревья союзовские активисты уже почти профессионально. Ведь это далеко не первый их субботник. Подожди, я поставлю. Сейчас. Да, сейчас он поставит. Вот это получается у нас третья пятница, в которой мы принимаем участие. Преферанс по пятницам раньше была такая передача. Вот у нас субботник по пятницам. Помогать активистам союза на дворовой субботник вышли местные пенсионеры и дети. Выкопали цветочков, чтобы немножко озеленить, чтобы было красиво ездить. С ребенком. Нужно прививать нашим гражданам чистоту и порядочность с самого рождения. Ибо чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Одним озеленением союзовцы не ограничились. В ходе субботника оказалось, что нужно отремонтировать еще и дренажную систему дома, а также благоустроить двор. Чтобы вода под домом не скапливалась, будем выводить сюда, чтобы она на дорогу могла стекать. Лавку надо будет сделать для жильцов. Жильцы просят. И где-то установить надо песочницу. В нашем случае заразительным оказался хороший пример. Увидев активность союзовцев, на Лермонтова вышли и представители ЖЭКа. Работа для них отыскалась тут же. Местные жители уже полгода просят убрать все старые сухие деревья вокруг дома. Наконец-то их услышали. Сейчас я уже позвонил. Придет человек, все, мы обговорим это все. И все это уберем, конечно. Нарядным и уютным. Теперь местные жители могут гордиться своим двором. Не отказались, сразу откликнулись. Принесли нам и деревья, и цветы, и посадили. Большое им спасибо. Субботник на Лермонтова подошел к концу, но работа продолжается. Ведь в благоустройстве по-прежнему нуждаются сотни дворов и парков по всему Крыму. Станет ли чисто и уютно в каждом из них, зависит от нас с вами. Инициируйте субботники в своих дворах, и мы поддержим вашу инициативу. Сотни писем, телеграмм и поздравлений. Последние две недели почтовый ящик пенсионеров Чернигиных переполнен открытками. Ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий спешат поздравить все чиновники и политические партии. Вот только среди этих писем нет того единственного долгожданного, которого так ждут старики. Уже 9 месяцев они без горячей воды, а коммунальщики молчат о сроках ремонта. Ну, отписывают вот то, что вот ремонт, трассы нужно делать, и денег нет, и все такое. И кризис, доктор говорит, вообще кризис. Алексей Чернигин пошел на фронт добровольцем. Прошел всю войну с первого до последнего дня. Сегодня ветерану 92 года. Он практически не выходит из дому. И при этом лишен элементарных удобств. У меня голова болит сильно. Я боюсь упасть сразу вот только по комнате. Тряпочку намочим и протираемся. Мыться мы не можем. Вот так наши ветераны живут, да? Да. Без горячей воды с сентября прошлого года весь дом на Донского 6. Нужен ремонт теплотрассы. Но у чиновников не то, что на ремонт времени нет, но даже на то, чтобы ответить на вопросы людей. Теплотрасса вышла из строя, включена в план на ремонт. Когда? До отопительного сезона. Ну, приблизительно. Что людям сказать? До сентября месяца. То есть до сентября вода будет у них точно, 100%. Как оказалось, у стариков нет и никогда не было никаких долгов по оплате за коммунальные услуги. Помочь ветеранам взялись активисты партии «Союз». Нет, я искать не буду тогда ночью, если ты был рубль даже на кому-нибудь. Вы что, мы так привыкли. Я тоже думаю, если бы ветераны, как бы пенсионеры, то есть они могут себе отказать в лечении, в питании, там, то есть жить без мяса месяц, но все коммунальные услуги вы оплатите. Первым долгом в больницу вообще не ходим, потому что у нас денег нет, на анализ у нас. Денег нет. Только в аптеку и хлеб с водой. В воскресенье молоко, а в простые дни воду с хлебом.
С этой проблемой мы обратились к главному начальнику Крымтеплокоммунэнерго, и он нас услышал. Мы в течение недели восстановим теплоснабжение, тем более, что мы уже начали там работу. Мы понимаем, что такое жить без горячего водоснабжения. Но, к сожалению, все, на что у нас хватило денег по проплате этого дома, это сделать подготовительные работы. А мы обязательно еще раз проведаем ветеранов, чтобы убедиться, что их проблема действительно решилась. Но об этом уже в следующих наших программах. А сегодня все. Это была телевизионная скорая помощь 601005, абонент «Союз». Звоните, и мы приедем к вам.